Привет. Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и это мой очередной влог с покатушек, в котором ничего особенного не происходит. Добро пожаловать! Здесь плохо видно, когда камеру нажимаешь, ну, что она горит, если, допустим, солнце какое-нибудь там или что-нибудь еще типа такого. Ну, и тут тупо из-за чехла, только ты сам понимаешь. Да, там 3D-чик. Да. Знаешь, да? Да. Это, наверное, центральная улица здесь? А он работает? А Ростик в Серпухове? Московское шоссе 55. Крутой воздух. Очень обычным сеном они... Нет, не сеном. Ну а вообще, это очередной влог, который не несет никакой смысловой нагрузки, но в то же время... Вы сами просили меня почаще снимать, и тем более сейчас лето. Чего ты там хочешь? Заехали покушать в Ростикс. Я ищу туалет. Ну, видимо, вы уже привыкли. Потому что я все время что-то ищу, это нормально. Вот только посмотрите, какие у меня волосы. Это просто жесть. Потому что они все от этого, от машины так уж. И вот превратилась. Короче, знаете, что я нашла? Я вам сейчас покажу. Тут есть хоккей. Прикиньте, я зашла в ТЦ, и в ТЦ есть хоккей. Я такое в первый раз вижу. Сейчас, секундочку, сейчас покажу. Нужно ищем выход. Как я это люблю. Я
по жизни что-то все время ищу. Вы уже, наверное, заметили. Хотя нет, заметили, я вам что-то показывала. Сейчас найду нашу машину. А, вон она, все, вижу. Сэндвич, классик или зингер? Классик или зингер? Давайте зингер. Хорошо. На 5/4. А пить будем? Я хотела мохито. Один мохито? Братья смело взяли. Братья смело взяли. Меня часто теперь спрашивают, в чем смысл таких поездок? Но ведь это же так круто, уехать в другой город с друзьями, пошататься по улицам, заехать покушать, или если эта поездка связана с какой-либо целью, как это было у нас, то можно совместить приятное с полезным. Однако, скорее всего, это последняя такая вылазка с друзьями, но загадывать я ничего не буду, потому что жизнь очень непредсказуема, да и сейчас вообще совершенно другие планы. А вообще, днем позже я поехала к маме на день рождения. В кадре сейчас мой папа, потому что мама сниматься не любит. Ну, в принципе, и папа тоже не любит сниматься. Но в данный момент он подозревает, что идет съемка во влог. Спасибо, что следите за летними днями, моими летними днями. Люблю вас и до следующего видео. Всегда ваша Гром Наташа. Пока!